Приветствую, друзья, на моей кухне. Сегодня у меня скобляночка, поэтому она будет шуметь за кадром. Вы уж меня извиняйте. Трепанжики вкусные, летние. На основном канале я продемонстрировал работу очень простого, надежного и легкого в исполнении индикатора остановки кулеров. И пообещал, что здесь, на техническом канале, я выложу ролик, как работает этот индикатор не с кулером, а с обыкновенным вот таким вот маленьким электрическим моторчиком. Обещал, значит, надо выполнять. Сейчас сделаю. Включенный электромоторчик, конечно же, жужжит, понятно, создает помеху вот в этой своей питающей сети. Благодаря трансформатору все преобразуется в переменный ток, немножко повышается и зеленый светодиод светит. Ну а что будет, если мы сейчас возьмем и тормознем этот моторчик руками или пальцами? Светодиод погас, отпустили, светодиод загорелся. Горит светодиод, значит мотор исправен и нормально работает. Коротнуло, светодиод не горит. Принцип работы, сборки и схемы смотрите на моем основном канале по ссылочке в описании. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.